Учебный день в школе номер 36 в пятницу 2 марта завершился непривычно рано. Поводом послужило тревожное сообщение о том, что в школе заложена бомба. Учеников в спешном порядке эвакуировали из здания. Мы были на физкультуре на третьем уроке. Ну, мы собирались уходить, и к нам прибежали две девочки и сказали: ложный вызов, выходим все на улицу. Мы все оделись и вышли на улицу. Потом мы вышли на стадион, мы были на стадионе, и нам сказали идти к водоканалу. Мы пошли в водоканал и сидели там, ждали своих родителей. Скажи, выскочи. На момент съемок наша группа приехала на место происшествия около 12 часов дня. Территория школы все еще была оцеплена, внутри работали сотрудники МЧС и силовых структур. Ну а большинство школьников уже отпустили по домам. Уже позже появилась информация, что кинологи и взрывотехники, которые обследовали здание школы, ничего опасного не обнаружили. Сообщение, по всей видимости, было ложным. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».